Давайте обратим внимание на факт, что в дождь, снег, ветер, в хороший солнечный ясный день у нас, у жителей республики Хакасия, отключают электроэнергию. И по этому вопросу мы, естественно, обращаемся к энергетикам и говорим о том, что у нас нет света и когда его включим. На этот вопрос мы получаем ответ, что сегодня произошла авария и ведутся ремонтные работы. Веря энергетикам, большинство жителей республики относятся к этому ответу терпеливо. На самом деле, МРСК Сибирь и Хакасэнерго говорит неправду, а просто говоря, лжет. Большинство аварий на территории республики Хакасия происходит по вине энергетиков. И энергетики это прячут свою некомпетентность и отношение к работе. Сегодня жители республики платят большие деньги за завышенные тарифы. И это сегодня недопустимо. МРСК Сибири ежегодно получают денежные средства на содержание, эксплуатацию и техническое обслуживание своего энергетического хозяйства. В правилах эксплуатации электрических станций и сетей написано черным по белому, что МРСК Сибири обязана проводить целый комплекс работ, которые включаются в тариф и составляют его значительную часть. На это каждый год выделяется сумма порядком выше 4 миллиардов рублей, которую оплачивает каждый житель республики. Несмотря на это, состояние электрических сетей ухудшается от года к году. По официальной статистике, износ сетевого хозяйства МРСК Сибири в Хакасии уже составляет 70%. Сегодня Хакасия находится на грани повторения трагедии 2015 года, связанной с пожарами и гибелью людей. Десятого июня 2016 года весь поселок целиком, со всей социальной инфраструктурой, остался без света. Отсутствие какого-либо обслуживания со стороны МРСК Сибири Хакасэнерго привело к возникновению пожара. Причина – падение опор высоковольтной линии электропередач. Глубокой ночью 16 июня в Устьябаканском районе спасателям пришлось тушить контрольно-распределительное устройство под станцией 110 кВ. ЧП произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. В этот же день в Алтайском районе пожарные потушили электроопору. Объект воспламенился по причине нарушения правил технической эксплуатации и неправильного выбора аппаратов защиты электрических сетей. Сети МРСК Сибири Хакасэнерго изношены на 70%. В ремонт не вкладываются деньги, а уходят на начисление премий. В коллегиальном исполнительном органе МРСК Сибири 7 человек, которые только в текущем году начислили все премии на 123 миллиона рублей.